привет, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала! Рада вас приветствовать! Сегодня вашему вниманию представлю одну из моих красавиц – орхидею. От начала ее распуска до полного пышного цветения. Эту орхидею я покупала 2,5 года назад в обычном сетевом магазине «Лента». На тот момент их было 3 штуки. На горшочке маркировки не было, проставлены были только цифры производителям. Дорогие друзья, это не POX Lottery, и не Бризис, и не Папагайо, и не Бестинг, и тому подобные орхидеи. Это какой-то другой гибрид. Сейчас вы увидите сравнение, специальный коллаж, сравнение этих орхидеек. Внизу вы видите с левой стороны, это моя орхидея. В видео будут представлены фото и видео отрывки. Приятного просмотра! Орхидея посажена в классическую систему посадки, прозрачный горшочек с отверстиями внизу и помещена в кашпо. Грунт состоит из коры и малого количества угля. Это второе домашнее цветение. Первое было намного скромнее. Постоянное место жительства орхидеи – это юго-западное окно. В летний период жалюзи находятся в полуприкрытом состоянии, что позволяет орхидее не обгореть на солнечных лучах. Полив происходит раз в неделю. Горшочек стараюсь при формировании цветоноса не крутить, поэтому все цветочки и разветвления смотрят в одну сторону. Ну а я с вами прощаюсь, дорогие мои. Всего самого наилучшего. Обязательно подписывайтесь на мой канал, обязательно ставьте лайки. Всем удачи, всем пока!